Добрый вечер, дорогие телезрители, в эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой». И сегодня мы беседуем со священником Владимиром Таготиным, настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве. Отец Владимир, добрый вечер. Добрый вечер, отец Александр. Добрый вечер, дорогие телезрители. Дорогие телезрители, я всех приглашаю присоединиться к нашей беседе. Мы работаем в прямом эфире. Если у вас есть какие-либо вопросы отцу Владимиру, вы можете позвонить нам сюда в студию по номеру 8495-781-4954. Этот номер вы будете видеть на экране в течение программы и сможете дозвониться и задать свой вопрос отцу Владимиру напрямую. А пока в ожидании звонков, собственно, можем начать разговор и начнем его, может быть, традиционно в чем-то с... вопросы по Евангелию. Вот сегодня в храмах мы слышали евангельское чтение об исцелении слепца Вартимея, который встретил Христа у города Иерихона. Вот. И мы несколько раз слышим вот, и видим в Евангелии эти истории исцеления слепых. Ну, практически в каждом случае Христос в конце говорит слепому, что... когда слепой прозревает, да, или в моменте прозревания Христос говорит ему, вера твоя спасла тебя. Он не говорит, что я тебя исцелил, или там ты по своей молитве там исцелил. Он говорит, твоя вера тебя спасла. Ты поверил, уверовал, и это тебя спасло. И вот эти слова, они могли бы и для нас тоже быть, да, напутствием по жизни, что вера, она вот так вот спасает, и даже буквально, что слепой человек может стать зрячим. Но такого не происходит. Слепые, несмотря на свою сильную веру, несмотря на посещение церкви и молитвы, они как-то вот чаще всего остаются слепыми, и мы практически не слышим истории о том, чтобы какой-то слепой вот так вот чудесным образом прозрел, придя в церковь, например, и помолившись, доказав свою веру. А почему так? Ну, во-первых, сейчас мир очень такой многополярный, и очень сколько было людей в прошлом, в прошлые времена в евангельские, сколько сейчас, это невообразимо. И несмотря на то, что сейчас очень развиты средства массовой информации, люди все-таки живут как-то разрозненно, и не всегда делятся чудесами. Порой происходит чудо, и люди это чудо хотят приписать не Богу, а каким-то лекарствам, таблеткам или случайности. В данном случае мы видим просто притчу. Это евангельская притча, которую надо понимать, что она дана нам для назидания. Здесь исцеляется слепец по своей вере. И причем он, я так понимаю, от рождения был слепой, просил Спасителя об исцелении, как произошло, когда Господь подходил с учениками к городу Иерихону знаменитому. Он услышал какое-то идет движение, какой-то шум. Спросил, кто это? Это Иисус Назарянин, ему ответили. И он стал кричать, Иисус, он говорил, Иисусе, сыне Давидов. То есть вот какой-то Господь ему дал, видимо, знак. Он даже знал, что не просто человек, а вот именно кричал ему, Иисусе Давидове, сынове, помилуй меня грешного. Иисус подошел к нему и спросил, что ты от меня хочешь? Я хочу прозреть, ответил человек этот. И тогда Господь исцелил его. Почему? Потому что была вера. Что такое вера? Это открытое сердце человека, прежде всего. Кстати говоря, это Евангелие. Мы вчера же слушали воскресенье. Вот интересно, наш церковный устав как-то так составлен, чтобы людям для назидания дать повторить еще послушать. Кто сегодня пришел утром на службу, они услышали это Евангелие в нескольких другом ракурсе, в других словах, в других выражениях. И так, во всей полноте уже почувствовали эту притчу. Вчера только было, по-моему, от Луки, да, а сегодня от Марка. Тот же самый эпизод, вот этот иерихонский слепец. Ну, естественно, вот эта притча говорит о том, что если человек очищает свое сердце, открывает Богу это сердце, то Господь дает нам вот такие чудеса великие. А то, что мы не видим, что такое это происходит часто, ну, видимо, потому что и вера наша слаба. И даже люди не верят, ну, как... говоришь человеку, он говорит, да нет, не будет ничего. Все равно не получится. Ведь есть даже такое сравнение, притча у Христа, когда он говорит, если будете веру иметь горчичное зерно, то и горы повинуются вам, вы можете горы сдвинуть. Опять-таки, это тоже притча, и ни у кого не получалось, наверное, горы сдвинуть. Не то ли потому, что действительно у людей маленькая такая вера, не то ли потому что, а может быть, и мы не знаем, может быть, были случаи, когда действительно человеческие такие усилия, они делают и
тектонические сдвиги в буквальном смысле, когда молятся, просят о Бога о чем-то, чтобы дал им дождь, например, мы знаем случаи такие, чтобы там устранил какие-то землетрясения. Я думаю, что вполне возможно, что за историю нашей земли происходили такие вещи, когда по молитве, по вере, по чистоте сердца Господь действительно откликался и помогал людям. Здесь явно мы видим, Господь нам конкретно говорит: человек, мне нужно твое сердце чистое, открой сердце, и ты получишь все, что тебе надо, и даже с избытком Господь об этом говорит. То есть для Бога никакого усилия не требуется, чтобы нам дать благо, и Он и так нам дает. Мы просто этого не видим, потому что мы закрываемся, потому что мы тонем в суете мирской и не хотим вот эти все чудеса, которые происходят в нашей жизни, не хотим Богу отдать, а именно приписываем им эти чудеса случайности и каким-то иногда исцеление часто приписывают таблеткам, лекарствам. И очень быстро забываем. Вот буквально, я знаю множество случаев, когда люди просят Бога, болеют, страшно болеют порой, и исцеляются, и потом что происходит? Вот кратковременная такая какая-то благодарность, приходит в храм, говорит: батюшка, спасибо, вы помолились, вот Господь нам послал исцеление, мы все выздоровели, и бывает, а ближник тоже молится, бабушки приходят за внуков молятся, там, матери приходят за сыновей молятся, и часто приходят, благодарят, ну, в частности, священника, говорит: вот, слава Богу, все хорошо. И потом ему говоришь: ну, вы не пропадайте, вы приходите, приходите обязательно по воскресным дням, приходите по праздникам. Ну, и потом человек куда-то исчезает и пропадает, потому что засасывает вот эта трясина какая-то суетная, и человек приписывает это: ну да, помог, наверное, Бог, а может, и не Бог, а может, это случайность, а может быть, просто так получилось, и, скорее всего, и вот так забываем. Тут даже вспоминается вот эта притча знаменитая евангельская о богаче и Лазаре, когда богач оказывается в аду и просит он Моисея, чтобы хотя бы предупредили братьев его. А на что Моисей ответил? Авраам ответил, да. Он говорит, что Моисей дал вам закон, и пускай пользуются законом, потому что даже если братьев предупредят, они не поверят. То есть это говорится о характере, о менталитете всеобщем человека. Человеку вот что ни покажи, чудо покажи, ну да, первая вспышка, удивление, человек верит, все, благодарит, радуется, слава Богу. А потом вот эта какая-то тина нас засасывает, и мы начинаем приписывать вот эти все исцеления, вот эти чудеса, которые Господь дает, приписываем случайности или каким-то людям другим, что там, ну, наверное, врач помог, может быть, правильную там прописал уколы или что-то такое. Вот это самое страшное, вот эта рутина, которой нам надо христианам избегать. И всегда помнить вот эти притчи, в том числе вот это Евангелие прекрасное, которое сегодня мы слышали на литургии, в котором Господь рассказывает о том, что надо иметь веру прежде всего. И вот эта вера, она как лейтмотив на протяжении всех четырех Евангелий, мы ее видим, про нее Господь говорит ученикам и людям проповедует, именно про веру, про чистое сердце, ну, конечно, про любовь тоже. И видим, что произошло с этим слепцом. Он исцелился, прозрел. И на протяжении Евангелия мы видим неоднократно такие случаи. Помните такой знаменитый случай другого слепца, он исцелил, который от рождения был слепой. И да, анекдотичный случай был евангельский, когда фарисеи не поверили, говорят, что такое. Пришли к родителям, а родители говорят: что вы нас спрашиваете, спросите его. Родители так тоже побаивались фарисеев. Они пришли обратно к этому слепому, говорят: меня исцелил Иисус вот, Назарянин, спросите его. Они говорят: а, ты ученик. И они говорят: вы что-то хотите стать его учениками? Фарисеи даже обиделись. То есть они говорят: какие мы ученики Христа? Ты сам ученик его. И прогнали его. Просто даже читаешь смешно, вот, потому что такие люди неверующие. Случилось чудо, исцелился человек, получил зрение по своей вере, поблагодарил Бога. А у них жестокое сердце, и видит, и не видит. И, конечно, мне кажется, что эта притча еще, она говорит не только о физическом спасении, о физической, о прозрении, а именно говорит о том, что Господь нам открывает глаза, духовное зрение дает. Мне кажется, в этом тоже этот новый пласт вот этой притчи, который Господь нам показывает. Мы порой вроде видим, смотрим, а не видим что-то.
И порой проходит десятилетие, когда мы начинаем понимать, послушай, а действительно вот так было, а действительно вот Господь же мне показывал, а я не видел этого. И человек снимает шелуху со своего зрения, начинает очевидные вещи понимать и прозревать именно духовно. Уже начинает понимать, что без храма жить невозможно. Без исполнения заповедей Христовых жить невозможно. Люди думают, так, случайно, вот свечечку поставил, и все, поехало, пошло. Загадал желание, вдруг совпало, и, ну, слава Богу, получилось. Теперь до следующей беды, как говорится. Не дай Бог. Не дай Бог вот эту беду ждать, а надо именно предупредить. Как врачи нам говорят, лучше болезнь предупредить, чем ее лечить. То же самое в духовной жизни. Мы должны вот предупреждать вот наши духовные болезни, не ждать каких-то катаклизмов, а быть всегда со Христом, быть на страже, помнить, что это мир лукавый, мир войны, и всегда мы можем попасть в неприятную ситуацию и в неприятную духовную ситуацию. А для этого мы, как христиане, должны быть всегда на страже и знать, что у нас есть свои правила христианские, и всегда стараться их выполнять. И всегда быть, ну, как какие правила, быть прежде всего в храме, как к людям относиться с любовью, да, постоянно тоже это лейтмотив, об этом все говорят, апостолы и сам Господь говорит, что без любви ничего не будет у вас. Это первая и наиглавнейшая заповедь — возлюби Бога, и вторая подобная — возлюби ближнего. То есть уметь сосуществовать с близкими людьми в этой жизни. У нас есть первый звонок от телезрителя сейчас. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый вечер, Татьяна из Москвы. Ой, батюшка, как вы прекрасно говорите. Ладно, я не буду льстить ничего. Батюшка, вот 2000 лет назад Господь никому не отказывал в исцелении. Это вот напрямую сказано. Действительно, Он исцелял телесно, или вот в Евангелии написано, или это просто притчи, духовно исцелял. Ну, вы понимаете, я не могу скорректировать, понимаете, о чем речь. Духовно исцелял. Там глаза духовные и так далее, руку иссохшую. Ну, и потом, вот вы сейчас сказали, вот у него была такая вера и так далее, у многих, у кровоточива и так далее. Но ведь веру такую сильную дает только Он, Господь. Ну, и как нам просить? Потом он говорит, без меня ничего не можете. Ну, действительно, истина из истин. Без Господа ничего невозможно. Ни врачу, ни учителю и так далее. Вот что вы скажете, как понять это? Ну, почему сейчас, правда, ну, правильно, мы не видим чудес, это точно. Потом только доходит. Ой, спасибо, Господи, спасибо, начинаем. А ведь чудеса 2000 лет назад были великие. Спасибо, Татьяна, за прекрасную реплику, за вопрос. Но вы практически сами ответили на свой вопрос. Господь говорит, без меня не можете творить ничего. На какой ответ? Будьте со Христом тогда, будьте с Ним. И тогда все сможете, и тогда все будет вам открыто. И по поводу того, что физическое, духовное исцеление или физическое, ну, я думаю, не стоит нам делить вот мир на какой-то духовный, физический. Мир, он единый и сотворен Богом единый. И вот я всегда говорю перед крещением родителям, не надо делить воспитание духовное, недуховное. Оно должно быть единое. То же самое здесь. А по поводу физического исцеление. Помните, притча, не притча, а евангельское событие воскрешения Лазаря? Ну, он же уже смердил. Вот как вы скажете? Он практически специально Господь медлил, чтобы показать вот это чудо великое. И когда его сестры Лазаря вызвали, они говорят, ну что ж ты медлишь, иди быстрее, он уже болеет. И он дождался, когда он уже умер, его похоронили в пещере, и вот он пришел, убирает камень, и Лазаря гряди, вот восклицает. И как он молится? Чтобы показать людям правду Божию. Молится своему Отцу Богу. Ну, разве это не духовное? Это же настоящее физическое. Не просто исцеление, это просто, ну, нарушение естества природы физической. Вы попробуйте сейчас четырехдневный труп превратить в живого человека. Вас никто не поверит, он уже разлагается. И вдруг происходит чудо. Мы знаем, что это чудо было реально. И мы знаем, что это не только 2000 лет назад было реально, и что сейчас происходят чудеса. А сколько сейчас таких случаев, когда летаргическая смерть происходит? Человек возвращается, и то же самое происходит. Вот это засасывание трясины, он
пытается кому-то рассказать, а ему не верят, например. Ну, как тому же вот бедному богачу, вот братьям твоим не поверим, да? Поэтому происходит не только 2000 лет назад исцеление, но и сейчас происходит много чудес и исцелений, и физических, так называемых. Но они, конечно, не только физические, это все взаимосвязано с духовным состоянием человека. Вот это нельзя никак делить. Ведь дух творит себе формы. Знаем, святые отцы говорили, вот это знаменитое наше выражение. Если человек здоров духовно, и потихонечку исцеляется и тело его, однозначно. Вот я думаю так. Ну, спасибо вам за прекрасный вопрос. Ну, я думаю, что надо просто открывать сердце Богу. И, конечно, мы будем не только духовные, но и физические исцеления получать, потому что это все от Христа, от Бога. Вот знаете, какой вопрос еще был у телезрительницы сейчас? Несправедливо заметила, что веру дает Бог, да? Ну, поэтому нам надо как-то немножко к Богу прилепиться и получить эту веру. Потому что если мы от Него отдаляемся, то мы лишаемся и в том числе веры. Вот такая логика, правильно? Вот мне так кажется. Если мы находимся в сфере света, любви, Христа, Господа, то и нам Господь по мере приближения нашего к Богу и дает нам веру. А для этого нужно, конечно, во-первых, хотеть этого, во-вторых, понимать, что есть моменты, которые мы должны все-таки соблюдать. Вот любовь к ближнему, сейчас только что об этом говорили. Если мы будем игнорировать ближних, гневаться на них, например, осуждать их, то этим самым мы отдаляем себя от Бога таким образом. Когда мы будем бороться с этими страстями, то мы приближаем себя к Богу и находимся с Ним. То есть прекрасно, вот он говорит, без меня не можете творить и ничего же. Так прекрасный логический вывод. Так будьте со мной тогда, правильно? Поэтому и мы должны этот вывод тоже делать. Будем с Богом, будет нам хорошо. Ну, это, конечно, очень просто так говорится, да, ну, примитивно немножко. Но это требуется сил для этого. Царство Божие нудится, и нужницы восхищают Е. То есть без труда не вынешь рыбку из труда, если перевести на народные сказки и народные пословицы. Здесь требуется большая решимость и большая сила воли. И, конечно, труд, труд и труд. Попробуйте вставать вот на ранние литургии, на поздние литургии, просто на праздники. Это любому человеку тяжело. И христианину, и священникам, и всем. Но это надо делать ради себя, ради своей души, ради ближних людей, которые тоже от нас зависят. Ведь что говорил преподобный Серафим Саровский? «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Если мы будем жить нечестиво, и близкие наши тоже будут уязвимы, им будет плохо. Если мы будем жить праведно, благочестиво, то и близкие наши будут радоваться, и им будет хорошо, потому что с ними будет жить добрый человек, благочестивый человек, светлый человек. И стало быть, тут, по-моему, вывод напрашивается сам собой. Но нужна сила воли, нужен труд, труд и труд. Вот мы как раз обсуждали посещение храма, и вот ранее, и позднее, да, в целом, в контексте благодарности человека, да, которому Бог помог, ну, как слепому, например. Как найти в себе силы, чтобы... Вот вы говорили так еще подробно о том, что человек не приходит и потом начинает как бы на это дело забрасывать, да, он не идет снова в храм по разным причинам. Не хватает времени, очень устал, там, воскресный день, единственный день, когда можно отдохнуть после рабочей недели и перед новой рабочей неделей. Вот. И как же тогда найти в себе силы пойти в храм, заставить себя утром проснуться, собраться, встать? А если зима, то это еще и холодно. Вот. На работу-то выгоняют каждый день в тех же самых условиях, а тут-то как быть? Ну, тут надо как любовь иметь просто, любовь к храму. И вот это физическое недомогание, оно будет преодолеваться любовью. Любовью к службе, любовью к храму, в конце концов. Потому что вот я помню, как-то в молодости я очень любил ходить на службу. И меня один знакомый человек спросил, вот очередная вечерняя служба, а у меня до этого было там целый шквал каких-то служб, утренний, вечерний. Я начинаю себя отрывать от кресла, уже вставать, пора выходить. Меня спрашивают, тебе, наверное, неохота идти. Я говорю, знаете, а вот хочется, это тяжело?
Но вот я не могу не пойти, и мне хочется идти, потому что я знаю, я превозмогаю вот это усилие, усталость физическую, ну, такое сказать, нехотение моего тела, да, можно так, наверное, сказать. А душа-то хочет идти, потому что хочется оказаться в храме. В храме хорошо, в храме красиво, в храме красивые фрески, замечательные красивые иконы. Прекрасно поет хор, замечательный. И, конечно, душа должна рваться просто. Она должна понимать вот это. Есть такое понятие «сладость церковная». Если вы поймете, почувствуете вот эту сладость церковную, то у вас не будет таких проблем там идти в храм. Вы просто будете себя, ваше тело отрывать с силой от кровати, от кресла, от стула, неважно. И идти в храм, мотивировать себя, что мы как солдатики должны быть, как воины Христовы, обязательно идти, получить вот благодать именно в этом храме, в который мы приходим. Потому что, не придя в храм, мы остаемся просто обворованными, обделенными. Не получаем благодать Божию. И какая-то, приходят люди, которые говорят, я вот не ходил месяц, и какая-то беспричинная тоска у меня, депрессии начинаются, какие-то панические атаки начинаются. Говорят, от чего вроде все хорошо. Вроде хорошая зарплата у меня, вроде все хорошо, нормально. Дети учатся, там муж работает. Вот какие-то начинаются страшные такие вот катаклизмы. А почему? Потому что мы уходим из сферы благодати Божией. А храм — это дом Божий, это место особого присутствия Божия. Если мы хотя бы раз в неделю не посещаем храм, то мы себя просто как бы обкрадываем, обкрадываем вот благодатью. Поэтому обязательно надо себя мотивировать, просто сказать себе такую установку дать. Я должен быть в храме Божьем. Чем чаще, тем лучше. У кого кто работает, должно быть, наоборот, как выходной. Почему слово «выходной»? Потому что выходим в храм, вот, помолиться обязательно. А выходной не для того, чтобы сидеть дома и никуда не выходить. Правильно? Он же есть выходной, чтобы выходить. Он все логично. Вот, мне кажется, так вот. Вот интересно, что в советские годы-то, получается, поколения советские пытались приучить к тому, что жить без храма — это нормально. И выходные, собственно, они не были в таком значении выходными, как вы сейчас говорите. Это как раз был день для того, чтобы провести его дома с семьей. Что, в принципе, тоже ведь, наверное, неплохо это провести один день с семьей, пообщаться с родными, близкими, которых ты практически можешь не видеть в течение рабочей недели. Вот. Но и, конечно, о храме речи не было. Какой же храм, зачем? Это все лишнее. Но получается, что не лишнее? Нет, ни в коем случае. Во-первых, это, конечно, самообман, что провести семью. Во-первых, идти в храм надо с семьей. Я вот знаю много таких опытов. Ну, понимаете, вот служба сейчас, литургия, она идет, не буду я кривить душой, короткая у нас служба. Вот некоторые батюшки там умудряются даже за час литургии служить. Но так нормально, скажем, полтора часа литургия идет. Что такое день полтора часа? Мы пришли, взяли своих близких, жену или там мужа, детей, пришли как на праздник в храм, вкусили вот этой сладости, благодати, помолились в течение этого часа, причастились. Как-то совершенно другое состояние. Вот человек, исходящий из храма, у него глаза светятся. Вот, честное слово, приходит человек из храма, он меняется. Он вчера был раздражительный, как зверек загнанный. Выходит в воскресенье из храма, он святой, вот святая святым. Не просто так говорит священник, когда возносит святые дары над престолом, потому что действительно Господь нас делает святыми перед причастием на какой-то момент. Вот. Не может не святое прилепиться к святому. И человек выходит из храма настоящий святой. И должны быть дети с нами, должны быть супруга, супруг. И потом, посмотрите, литургия заканчивается очень рано, даже позднее. Заканчивается, ну, в 11:30. Если возьмем, раннее вообще заканчивается, там, 8:30, к примеру, плюс-минус. У вас целый день впереди. Можете не только с близкими, там, можете с близкими поехать на шашлык, куда-нибудь праздновать, к родителям, к друзьям, куда-нибудь еще. Если это лето, можно придумать там на озеро или на речку, там, куда угодно. Просто сделать себе праздник такой, пасхальный, воскресный день. А в советское время что делали? Бесплатно даже участки раздавали, чтобы людей от церкви оттянуть. Дадут бесплатный участок, и этот человек уже не знает, что с ним делать, с этим участком. И вот сейчас смотрю, в пятницу вечером до умопомрачения едут 4 часа по пробкам этот участок. В субботу изнеможденные, у них, конечно, отходняк полный. А в воскресенье встают, ну, надо же хоть чуть-чуть что-нибудь поделать, поработать. И начинают в воскресенье утром газоны косить.
или там полоть, или что-нибудь еще делать. Но это раз годится. Мы знаем заповедь в воскресный день Богу отдать, и мы начинаем в этот день трудиться. Это страшный грех в воскресенье быть на участке, трудиться. Поэтому, конечно, в воскресный день надо быть, взять близких. Ну, бывает такое, что близкие, конечно, не всегда хотят. Вот знаем случай, например, мужья приходят, говорят, жена моя не хочет в храм идти. Потихонечку, пока без нее, потом возьмите ее на экскурсию, погулять. Потом она вас заинтересует. Я вам честно скажу, много случаев видел. Вот одна женщина ходила одна, потом стала ходить с детьми. А сейчас она с мужем ходит. Муж сначала из-за любопытства приходил, просто подсмотреть. Просто она говорит, ну пойдем с нами, довезешь нам, погуляешь там рядом. И он ради любопытства приходил. Ну смотри, в храме же хорошо. В храме весело в каком смысле? Ну в хорошем смысле, вот радостно. И теперь муж ходит, причащается вместе с детьми. И вся семья, вот, благочестивое святое семейство, ходит и посещает вот эти службы, приходит молиться. И смотришь, какие люди хорошие. И детки у них такие замечательные. Все постепенно. Нельзя все сразу сделать. Постепенно, когда начинаем, вот опять-таки с трудом, с таким правильным упорством, у нас все Господь дает. Благодать. Все получается. Да, действительно, никогда не задумывался об этом. Вы справедливо заметили, что я все время замечал пробки из Москвы в Подмосковье в пятницу вечер. Вот, и, соответственно, в воскресенье вечер обратно. Но никогда не задумывался о том, что где-то далеко этой причиной может быть именно вот то, что люди получили участки или приобрели участки. Но даже сами участки по себе-то это хорошо. В этом вопросов нет, конечно. Иметь землю, на которую ты можешь это построить и завести хозяйство, это просто прекрасно. Я сам мечтаю об этом, честно. Вот, но получается, что тогда, когда вот когда все мы собираемся в храм на службу, да, суббота вечер, воскресенье утро, люди наоборот уезжают из Москвы, где столько храмов, где можно выбрать любой храм, и даже не будет особой толкучки. Можно выбрать любой из множества храмов, находящихся в центре, прийти на службу, спокойно совершенно ее провести. Вот, но вместо этого выбирают простоять два вечера, пятница вечер, воскресенье вечер в пробках. Сначала в одну сторону, потом в другую. Ну, на самом деле, даже в этом случае можно, если рассуждение подключить, можно даже в этом случае найти выход. Вот когда люди никак не могут оторваться от своего участка, я им говорю, смотрите, ну, поработали в субботу, допустим, в воскресенье, найдите, у вас сейчас есть средства, вот эти гуглы всякие, алисы, найдите рядом со своей дачей, наверняка есть какой-нибудь красивый храм. Возьмите, сделайте себя приятные. Ну, возьмите, у всех сейчас практически машины. Машин нет, там есть каршеринги, там есть автобусы, все что угодно. Приехайте утречком в воскресенье в этот храм, ну, просто для начала на экскурсию, да. Посмотрите, что за храм. Посмотрите, как там, во сколько служба начинается, кто службу ведет. Познакомьтесь, там наверняка люди добрые туда приходят. Познакомьтесь с людьми. Потом второй раз приедете уже, подготовитесь, можете причаститься там действительно, с батюшкой поговорите. И многие люди так и делают. Они, можно, как говорится, и на дачу съездить, и в храм сходить, и доброе дело сделать, и причаститься святых христовых тайн. А потом уже приехали, какое настроение будет замечательное после причастия, после храма. И можно и шашлык там сделать на этой же даче, и порадоваться, и с соседями как-то там, как-то, если добрые соседи, можно и с ними как-то вместе попраздновать. И соседи будут от нас заражаться вот этим всем таким добрым. Я сам знаю, вот у меня соседка, она тоже стала ходить в храм, причащаться святых христовых тайн. Сначала так они побаивались. Ну, люди боятся в церковь ходить, думают, какие-то там злые. Как говорится, не бойтесь, вы не в церкви, вас не обманут, да, как Остап Бендер говорил. Потом они начинают проверять на практике так. А смотрят, там нормальные люди все вроде так, адекватные. Ну, всякие везде попадаются. Вот, но в целом начинает человеку нравиться. Вообще красота. У нас русские храмы все красивые. В монастыре особенно. Приезжаешь, такая красота. И хочется вернуться вновь и вновь. У нас есть новый звонок от телезрителя сейчас. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Медицина уже установлена, что сердце может быть только или здоровым, или больным. Оно не может быть ни добрым, ни злым, ни грязным. Эти все чувства и вся эта вера исходят от головы человека. Какие у тебя будут мысли, если твои мысли будут чисты, то и дела твои будут чисты. Значит, выходит, надо нам очищать не сердце, а голову.
Ну, во-первых, для нас вот это понятие сердца, это, конечно, не физический орган. Имеется в виду душа человеческая. Сердце мы подразумеваем под душой. Потому что у нас много органов, там руки, голова, сердце. Ну, голова, она ассоциируется с умом, да, чтобы немножко рассуждать. Тоже полезная вещь, рассуждение. А сердце, все-таки оно больше ассоциируется, когда мы говорим про сердце, это понимается под душой, чтобы душа немножко открывалась к Богу, открывалась людям, становилась, была добрая. Хотя порой вот это понятие доброта, она тоже разная бывает. Человек, живя в таком злом мире, иногда один раз его обманут, второй раз обманут, и он думает, ну что же я такой открытый, добрый, меня постоянно все обманывают. Но это называется испытание. Нас Господь всех испытывает, чтобы мы правильно открывали сердце. И тоже сами испытывали людей. Нельзя, конечно, нараспашку всем душу подряд открывать. Всегда надо быть сдержанным. Прежде чем с человеком ты его открываешь душу, надо с ним уже знать, познакомиться с ним, потому что всегда должно быть что-то сокровенное в душе. Это разные вещи. Именно открывать Богу душу надо. А люди, мы все склонны к греху. И порой, когда открываешь человеку душу, он потом может там очень сильно натоптать. Поэтому очень надо быть осторожным. И вот этот огонек, который Господь нам дает, его надо, конечно, хранить. Хранить в сердце и порой даже где-то, может быть, и прятать, чтобы его не затушили и не натоптали на него. Вот. Но я понимаю все равно, что сердце — это, конечно, все-таки больше душа. Причем, по-моему, ум — это тоже часть души. Просто конечно. Мы так ассоциируем ее с мозгом, как будто бы ум, как будто он в мозгу вложен. Вообще это тайна, на самом деле, великая, потому что ум сам по себе тоже не думает, на самом деле. Здесь что-то есть нечто высшее, что мы не знаем. Вот когда человек умирает, у него же ум остается на кладбище, а душа исходит из тела. Почему? Почему? Он же, душа, она же не может не размышлять. А серое вещество-то закопали. Это мозг. Мозг, да. Да. Вот поэтому здесь вот ум и мозг — это не совсем равнозначные, не совсем одно и то же. Есть некий какой-то транслятор, про который мы не знаем, вот такой умственный. Потому что мы не серым веществом думаем, как некоторые ученые полагают. Это все-таки ошибочно. Вот, потому что душа исходит, и она все видит, она все соображает, все понимает, даже более явственно, чем вот в теле человека. Это на самом деле тайна такая великая, которую не всегда мы можем сейчас даже открыть ее. Ну да, вот интересно действительно, что строение души, вот мы же по нем практически ничего не знаем, из чего состоит душа, ведь есть еще чувства, воля, эмоции какие-то, это ведь, наверное, все относится к душе. Да, мало того, что вот святые отцы, многие говорят, что душа, она материально в какой-то степени. Так же, кстати, как и ангелы. Вот мы называем условно духи бесплотные, потому что они не имеют именно такой плоти, как на этой земле, на которой мы живем, но они имеют тонкую материю. Ведь, по сути, дух только сам Господь. А ангелы, человеческие души, они некую имеют материальную субстанцию. Тоже про нее мы сейчас ничего не знаем. Это, опять-таки, мы знаем только от святых отцов. И, наверное, тоже для нашего назидания, чтобы мы, наверное, не гордились слишком сильно, что мы такие прямо духовные души наши. Мы, конечно, сотворенные Богом, а как тварь мы имеем некую такую тонкую материю. То есть душа имеет тонкую материю. И любое расставание души и тела, оно болезненное. Это об этом все могут сказать, даже те же врачи. У меня знакомый патологоанатом есть. Он рассказывает, что когда человек умирает, тело легче становится. То есть душа даже вес имеет физически. Вот это может быть абсурдно. Вот, но мне сказал человек, который профессионал в этом смысле. Я сам не профессионал. Вот, но похоже очень на правду. Ну да, да. Может быть, это материя, вот, недоступная нам для восприятия сейчас. Но вот как мы и знаем, да, про некое новое тело, которое будет у человека после воскресения Христова, это ведь тоже материя, тоже недоступная, как вот верим, что вот именно в таком теле оказался Христос после воскресения. И хотя его видели ученики, они его трогали, они его ощущали физически, при этом он проходил сквозь двери. Да. Такая вот удивительная была материя этого тела, которая воскресла, да, силой Божией после смерти.
Ну, то есть это тело, оно, конечно, мы его не можем сейчас как-то понимать, нам в Евангелии показано, оно имеет некие черты и физического тела, и в то же время духовного тела. Но это тело действительно, как вот святые отцы говорили, такое, человек получает тело непадательное, такое, как непадательное состояние, то есть вот это тело уже не может умирать повторно, в этом теле уже человек не может грешить и не может болеть. Это вообще потрясающе. Вот. Ну, то есть Христос — это образец, да, как Он проходил через стены, как Он возносился на небо, и видели множество людей это, свидетели. То есть это не просто какие-то там у кого-то галлюцинации были, это реальный факт из жизни, истории нашей, 2000 лет, который произошел. И такое великое обетование, что и тело не сможет умирать, это как-то тоже непонятно. Ну, я так объясняю, что это некая другая жизнь, которые просто не подвластны нашему уму, когда нам же говорят святые отцы, что там не будет времени, там некая другая жизнь совершенно. Ну, я думаю, что откроется это со временем всем. И вот вера, это же тоже получается свойство души, да, то есть человек, когда мы говорим о вере, о том, чтобы он, вера, которая спасает тебя, да, вот начинали сегодня с чуда о слепом, у которого произошло физическое чудо, да, он физически прозрел, но произошло это только благодаря его душе, да, которая была открыта Богу, которая поверила настолько, что оказалась способной принять это чудо. Да. Но здесь тоже думается о том, что Господь нам дает вот такие, открывает что-то. Может быть, для назидания, может быть, для чего-то другого. Вот он коснулся сердца этого человека. Почему именно этого, почему не другого? Ну, чтобы показать правду Божию, чтобы на этом человеке явилась милость Божия. Вот это, кстати, вот эти ответы, они звучат в Евангелии в том числе. Но я так вот смотрю, мне кажется, что практически на каждом человеке это происходит. Просто люди замыкаются. Вот этот слепой, он не замкнулся. Господь пришел к нему, коснулся его сердца, и он откликнулся. А когда к нам приходит Господь, мы начинаем замыкаться, и вот это неверие нас затаскивает опять не туда, в темноту. Поэтому наша задача все-таки немножко открыть дверцу нашей души и быть, конечно, с Богом. Отец Владимир, благодарим вас за сегодняшнюю беседу. И в заключение лишь прошу подвести итоги нашего сегодняшнего разговора, ну и что-то пожелать нашим телезрителям в напутствие. Спасибо большое, отец Александр, за приглашение. Ну, конечно, хочется всем пожелать помощи Божией. И всегда быть, сейчас время такое у нас немножко передышка, пост не скоро, такое необычное, хорошее, такое доброе время. У нас пасхальные, Пасха будет позднее. И стараться все-таки использовать это время в добром смысле, прилепиться к церкви все-таки и постараться наладить вот эту дисциплину и начать уже ходить в храм Божий и быть с Богом. Ну, как раз Великим постом можно много ходить в храм, там много поводов, чтобы прийти. Вот будет много времени побудить себя. Подготовиться, да. А там уже начнется уже работа. Сейчас подготовка, а там начнется работа уже. Да, да, еще подготовительные недели как раз нас ждут тоже. Да. Спасибо вам большое, что сегодня были с нами, отвечали на наши вопросы. Спасибо. Это была программа «Беседы с батюшкой». В гостях у нас был священник Владимир Таготин, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве. Я на этом с вами прощаюсь. До свидания и до новых встреч.